Весь Казахстан спал 28 лет. 28 лет у нас бессменный лидер. Понимаете? У людей не было никакого выбора. Мы никогда ничего не выбирали. За нас все всегда выбирали. Назарбаев получал 97% голосов. Понимаете? Народ уже ничему не верит, поэтому они и думают, что если завтра придет другое, где гарантия, что будет по-другому или еще что-то, понимаете? Они не думают, что завтра они сами могут влиять на власть, если власть поменяется. В Казахстане поднялась новая оппозиционная волна. Появилась площадка, где люди обсуждают будущее страны. А вы еще не в курсе? В мессенджере Telegram, который создан специально для безопасного общения, где вашу переписку не могут читать спецслужбы, где компания не сдает правительствам информацию о пользователях, создан чат ДВК-активист, и в нем уже десятки тысяч участников. ДВК – это демократический выбор Казахстана, движение, которое ставит своей целью переход от диктатуры Нурсултана Назарбаева к парламентской республике. Чат ДВК-активист стал не просто площадкой для обсуждения текущих проблем в Казахстане. Здесь рождаются идеи и решения, как бороться с режимом. Собирается и крепнет сила, которая завтра выведет людей на площади наших городов для мирной смены власти. Много очень людей в Казахстане, за пределами Казахстана, которые хотят перемен. Перемены мирные, мирным путем. Ни войной, ни кровью. Она никому не нужна, это война и кровь. Пусть это произойдет мирно, и пусть прибавляются наши сторонники за перемены. Когда даже те же люди с органов узнают о ДВК, ознакомятся, они сами перейдут на нашу сторону. Вот этого мы сейчас добиваемся, и мы хотим мирно, чтобы все органы тоже узнали об этом. Если вы еще не установили на своем смартфоне Telegram, то зайдите в Google Play или App Store и введите в поиск слово Telegram. Первое приложение, которое предложит смартфон, и будет Telegram. Это сейчас самый быстро набирающий популярность благодаря своей безопасности мессенджер. Установите это приложение. Во время регистрации создайте имя пользователя. Это то, что вы будете давать вместо своего номера телефона, чтобы вас могли найти в Telegram. Пользуйтесь именно этой возможностью для своей безопасности. Если вы чего-то опасаетесь, то введите при регистрации вымышленное имя и фамилию. После этого перейдите по ссылке в описании к видео и вступите в наш чат и присоединяйтесь к обсуждению. Вы увидите, что в ваших контактах в Telegram уже есть ранее зарегистрированные в нем знакомые. Добавьте их в чат. Для этого зайдите в описание чата и нажмите на надпись «Добавить участника» и выберите из своих контактов людей, поддерживающих демократические перемены в Казахстане. Сделаем чат ДВК-активист главной политической площадкой страны. Пришло время перемен. В ваших силах им помочь. Всем привет! Вы только что посмотрели видеоролик на моем канале YouTube. Вы можете сделать свой вклад в развитие движения «Демократические выборы Казахстана». Первое. Подпишитесь на мой канал YouTube. Второе. Поделитесь видео со своими близкими друзьями. Третье. Вступайте в демократический выбор Казахстана.